Васап, ребятки, с вами канал Алигеблес, Пейврак. Это хоррор, да, это ужастики. То, что нас больше всего пугает, от чего потом плохо спится. Кто из этого выйдет, а сейчас поузнаем. Погнали, ребятки. Какая-то идет беседа. Все понятно, Ребекка, бабушка Ребекки. Бабушке не нравится то, что Ребекка будет где-то там работать. И, в общем, бабушка хочет дать Ребекке что-то, чтобы она там не хотела, не желала, она должна взять. Просто возьми это, понимаешь? И она ей дает какой-то оберег. Ребекка встретилась со своей бабушкой, объяснила ей ситуацию, рассказала о новой работе. Бабушке это не понравилось, и она ей дала амулетик. И Ребекка пошла работать. Отлично, погнали. Итак, улица, дом, дверь, холл. Здесь есть какие-то вещи. Я вполне... А, это в смысле... О, ага. Сейчас будем разбираться в управлении. Тут какой-то кувшин. Это кофеварка, я так полагаю. Это кофеварка, только... Она так была аккуратно все сделана, что теперь мы... Да встаньте, какая-то полтергейщина, смотрите. Кофеварка теперь больше не... В общем, это уже что-то отдельное. Отдельно варка, отдельно что-то. В общем, ладно, что у нас дальше? Какая-то палка, стаканчики. Это, я так полагаю, под кофе. И они тоже... У них какая-то некая проблема с физикой. Они не хотят становиться... В общем, тут, да, творятся очень странные вещи. Предметы, когда-либо стоявшие на своем месте, стоят на нем единожды. Мистер Деливер, бизнес-карт. О, это бизнес-карта какая-то. Риверфилд Мори, 1970 год. А, это визитки, это не бизнес-карты. Это. Тут у нас есть ваза, которая тоже не хочет стоять. Мало того, она еще и упадет. Давай, разбейся мне. Что здесь? Здесь у нас ванная. В ванной есть туалет. Можно помыть ручки. О, хоть где-то у нас есть отражение. Удивительно, что вода включается не из крана, а из слива. И, что еще более удивительно, вода тут настолько чистая, что ее прозрачности даже и не видно. Что здесь? Здесь подсобка. В подсобке есть кнопки. Нас что-то не пускает. Я так и сдал. Булочка в кофейне была лишней. Мы теперь не можем никуда пройти. Очень странная женщина на портрете. Идем дальше. Что у нас? Здесь, походу, наше рабочее место с пустыми полочками. Нам еще предстоит их заполнить. Ничего особенного. Карандашик, калькулятор, телефон, скрепки. Посмотрите, Ребекка. Вот, ага, Ребекка. Что-то непонятное. Мы не так сильны в том, что мы не так сильны. У нас здесь карточки. И ничего больше. Смотрите, может, на какие-то кнопки нажать, я не знаю. Тут очень хрен разбери. А может, у нас рабочий день закончился уже. Игра еще не началась, это уже такие сложности. А что там? Карандаш. Вся тайна в карандаше. Что-то с ним нужно сделать. Я нажму. А что? Подожди. У меня ручка зависла, прикинь. Я с ручкой теперь хожу. I don't have my clipboard. Я не могу ручку обратно положить. Карандаш или что это? Игра, ты меня троллишь. Почему? У меня какая-то куриная слепота. Да что не так с этой игрой, серьезно? Что не так с этой игрой? Это Bethesda, ничего не происходит. Я жму кнопки, ничего не происходит. Это, я же говорю, тут ненормальные пара вещи происходят какие-то. Пара нервы скоро у меня будут происходить. И что? Ну все, это что? Ну это нюхаешь вообще, это перезагрузка, я тебе кричу. Ну, вот я беру карандаш, смотри. Тут либо нажать Е. О, прикинь. Так, и что надо сделать? Close. Это что? Подойди к двери. А! Квадрат. Все, а в смысле, карандаш был ключом для двери? В смысле, алло, это как это? Параномальный карандаш. Нихера себе. Вот это точилка, я тебе кричу. Смотри, а на улице светлее, чем внутри. Ох ты, смотри, окна. Давай, да, вот, ну, бросится прям жизнь внутрь, а то здесь одна смерть прям.
Ребекка. О, сука. Я думал, я один здесь. А, да, это, кстати, чувак, который вместо меня должен быть, поэтому я буду ассистентом. Гарнир down the hall. Гарнир где-то там по холлу. По холлу гарнир там, down. Итак, что он здесь делает? Компьютер локит. У него заблокированный компьютер. Ладно, здесь у нас ничего. Здесь все закрыто. Здесь тоже закрыто, а ты хитер. Так, идем дальше. Здесь что? Здесь бутылочки. Тут все к херам позакручено, позатыкано вообще. Что ты здесь прячешь? Я ж работаю на тебя, я должна знать, где. Как я тебе буду ассистировать, если я ни хера не знаю, где у тебя что здесь ассистированное вообще? Миссис Пейдж, пожалуйста. Миссис Пейдж, please. Идем дальше. Он говорит, пожалуйста. Миссис Пейдж, пожалуйста, идите отсюда вон туда, куда, непонятно. А здесь у нас что? Здесь у нас сжигальня, я так полагаю. Карандаш мы уже использовали, он не понадобится. Здесь что, выход? Ух ты. Здесь у нас что? Я так полагаю, нам сюда нужно, да? Ох ты, смотри. Я выдвинул штуку. А здесь что? Ничего нельзя сделать с ней, смотри. Только посмотреть. Я так полагаю, нам и не нужна она. Тогда загоняем ее обратно. Она еще сыграет эту роль. А, я так полагаю, нам нужно взять теперь вот этого молодого человека. Да, нам нужно взять этого парнишку и отвезти его в холодильник. Итак, use гарнир. Очень страшно звучит из моих уст эти слова. Так, погрузили. И нужно достать вот эту вот мадам. Я так полагаю, ну, наитие есть такое, знаешь, смотри. Ну вот я достал ее, да? А почему я не могу взять вот эту штуку, как она двигается? На Е, точно. Нет, смотри. А, ух ты! Как тут все до хера сложно все, а? И что ты? Ух ты! Вообще прям, я тебе говорю, без двух салатов здесь не раз... Ух ты, у нее что, глаза открыты? Ты смотришь на меня? Нет. Мне показалось, что она смотрит на меня. А она... Она смотрит на меня, прикинь. Погоди, это паранормальная какая-то штука. Я не могу пройти. Ты зажала меня, бабка? Пусти меня. Нет, слушай, это явно что-то... Давай я буду прямо смотреть. Не нравится мне, что она на меня смотрит. Давайте возьмем папку. Посмотрим, что в папке сказано. Микс эмбертур фил памп. Глютархент, метханхол, хуманкант, формальдегид. О, вот это я слово знаю. Формальдегид. Все, я понял. Мы разобрали. Нужен формальдегид. Микс. Что-то там формальдегид нужен был. Непонятно, нихера. Как я помню, ты можешь что-то там посмотреть. Ну вот, смотри, по шагам. А, надо взять папку, точно. View space. Нет, нужно осмотреть тело и потом все отметинки. Да, туда, в компьютер занести. Смотрим. Воняют ноги, немытая. Все, она воняет. Ну, в смысле, руки. А как вертеть рукой? Кофе, молоко. Так, ладно. Здесь что? Ничего нет. Есть только представление об этом. Голова. Смотрим. В голове есть прыщики, гнойнички. Ухо есть. Оно на месте. Так, здесь что? Здесь тоже все на месте, вроде бы как. Записали. Следующая ладошка. Смотрим на нее. Есть. Есть впуклости и есть выпуклости на теле. Мы занесли, все проверили. Теперь нам нужно это все впечатать. Дороти Пейдж. Нейм нужно ввести. Сколько ей лет? 80? Ни хрена. Да ты мамонт. Что еще мы нашли? Кератолизист, катаролизист какой-то у нее на левой ноге или правая? Правая, right legs, катаролизист у нее какой-то. Вонь на левой арм, Все хорошо. Отлично, 3 из 3 мы... Ух ты! Отлично. Там что-то пошло напрягаться, печататься. Ждем, походу. Рекординг... идет запись. Системная запись.
А, вот, смотри, ну, а кто ж знал? Кто ж знал, что там что-то должно вывести? Вывести? Кого-то должны были вывести. У нас есть заключение, мы идем. Нам подсказывает наш ассистент, ассистент-ассистента, что нужно... И что? Эмбер Репорт. Все, все, все! Да, легкотня вообще. И это, да, это не работа, это легко... Это, главное привыкнуть. Right. А я привык. Полгорода мне сюда несите. Сейчас я всех отрепорчу. Что здесь? Щуп, ножнички, список заданий. Он вращается куда-то. Смотри, я что-то нашла. Пишет она. Put the manipulator as and put clipboard away. Inject body fundif. Need injector and setting needless. Что-то там с инжектором нужно. Почему? Почему тут все так через жопу сделано? Вот, хорошо. Ты missing something? Я что-то нашла. Что ты нашла? Я все, я мои полномочия, как бы все. Я не знаю, что. Что. Ассистент! Что надо сделать? Вот, и ассистент ушел. В смысле ушел? Алло. Ну, а в смысле я тебе алло, ты молчишь, сидишь. Говорю, что надо сделать? Я нажимаю левой кнопкой мышки. Она говорит, я что-то нашла. Я ей говорю, что ты нашла? Она молчит. Я спрашиваю тебя, что делать? Ты молчишь. Что написано в задании? Написано воткнуть в инжектор какой-то. Видишь? Какие-то паранормальные приколы. Она говорит, она не может здесь юзать это, понимаешь? О, инжектор, вот он. Там прям написано было, нужный инжектор. Ух ты. Ух ты. Да это жесть. Вот это тебе за мои боли, страдания. В смысле? А что мы делаем? Зачем он стучит туда? Мы за... Ух, не... Ого! Смотри! There we go. Это, кстати, песенка, да. Охренеть, ты видел? Ты видел, какие мы ей газолифты поставили? Охренеть. Сик-сик. Теперь вот, когда я знаю, как это работает, я теперь могу предположить, как это, что должно быть дальше. Значит, правая кнопка, Ice Clamp. Или ей нужно один глаз оставить открыт. На сами глазки нужно было навести. Мы какие-то слышь, мои... Тебе эти линзы не идут вообще. Ну, серьезно, это не твой стиль. Хотя в цвет кожи очень скромно все. Теперь опустить нужно. Клипсы положить, а потом глаза закрыть. Я понял. Подойти к унитазу, к машинке. В машинке что? Фальмальдегид нужно развести, да? Формальдегид. Глютарахидрин какой-то. Глютарахидрин. Глютахидром... Вот эта штука. Дальше. Следующее. Да мы сейчас тут такую химию. Метанол. Метанол, этанол. Кто-то созвучное где-то рядом. Пихтать багаж. Хумиктент. Химикат какой-то. Чемикал. Кемикал, точнее. Ну, в общем, химическая штука какая-то странная. Я не буду разбираться в чем. Нам просто говорят делать, мы это делаем. У нас работа простая. Мы же ассистент. Мы тут не руководство. Нам платят, чтобы мы делали, а не чтобы мы тут рассуждали. Формальдегид. Это формальдегид. Да, это формальдегид. Лежу, да. Лежу. Нужно взять скальпель теперь. Надрез сделать. I'm missing something. Я что-то, говорит, нашла. И что ты нашла? Не понял. Слева от меня кто-то стоял. Серьезно. Так. Может быть, надо... О, жесть. Итак. У меня возникает только один вопрос. Что вот там нахер сейчас пробежало? И ты, как всегда, конечно же, хочешь сказать, что ты ничего не делаешь. Что вот там пробежало? Что-то произошло. Мы должны затянуть обратно отверстие. О, отлично. Что-то подглядывает за нами. А, вот, мы чем-то наполнили. Все, я понял. Мы чем-то наполняем. А, вот так вот даже. Прям целый процесс. И мы идем. А справа, слева ничего, прекрасная погода. Все как всегда. Идем в ванную. Здесь у нас есть... I can't hold anything else. Какая-то химия. Cleaner base. А, чистящая основа для чистки взяли. Отлично, идем. Идем, основа для чистки. Что нам нужно сделать с этой основой для чистки? А, вот так.
Это клинер, чистящая для нашего резервуара, вот этого, который задевается, для помпы. Это чистка, мы производим чистку помпы. Ничего особенного. Все нормально. Все пока, все более чем паранормально у нас происходит. Эта штука почистилась. Протереть салфетками лицо. Ух ты! А что с ней происходит? What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry, you're не doing great. Ты I'll get the last of your paperwork отлично. Sorted today. Мы сделали это, ребят. В общем, все пока было ровно, нормально. Ладно, хорошо. Go ahead. Все будет fine. Я так полагаю, что рабочий день наш закончился. Да, рабочий день наш закончился, ребятки. Первый наш рабочий день, в котором нас ознакомила игра с тем, что нам нужно будет делать в дальнейшем. Мы в своем доме. Я так полагаю, что нас вызвали на работу. Следующий рабочий день мы, наверное, проведем в следующем нашем видео. С вами был канал LeGame, Let's Play Rock. Ставьте ваши замечательные пальчики под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте смотреть видео, которое уже есть на канале в разделе или видео, или плейлисты. Ну, а вам спасибо за просмотр, ребятки. Увидимся, пока. Hello, motherfucker.